Здравствуйте всем. 15 апреля сегодня. Выехал на реку, на дальний кордон, для того, чтобы попробовать половить на поплавочек. Птички уже проснулись, поют вовсю. Паводок уже начался, что как бы вообще не характерно для нашего региона, потому что у нас обычно в это время еще стоит лед. Рыбалку буду начинать с поплавочной удочки. Попробую половить на мотыля, попробую половить на опарыша. Ну, в общем говоря, заряжаемся энтузиазмом и начинаем открывать сезон. Вот иду сейчас по дороге. Видите, вода как сильно поднялась, то что в дороге затопило между протоками. Ну ничего. Главное, что прыжка поплыла, все остальное не важно. Погода стоит ветреная, зябко, холодно, но я думаю, что сегодня все равно что-нибудь я поймаю. Рыбачить я буду на 6-метровую маховую удочку, сидеть я буду вот тут вот, рядом с этой коряшкой, и закидывать вот туда. Прикормлюсь, посмотрим, подойдет ли какая-нибудь рыбка, ну и попробую поснимать для вас специально поклевки крупным планом. Как будто бы поплавок кто-то потащил. О-хо-хо-хо, какая красивая поклевочка. Давай-давай еще. Ой, приподнимает с ним. Наверное, сидит уже. Наверное, уже сидит. О-о. Притапливает чуть-чуть. Точно не сидит. Надо подсекать. Ух ты! Сорожка. Заживала.
притапливает. Ну вот что-то не хочет заживать до конца-то. Давай, давай. Вот еще. Ну давай. Ну-ка сейчас подсеку. Окунёк клюнул. Вот кто-то, кто-то подтыкивает. Вот еще. Повел, повел, повел. Повел, повел. Ну, какая плотва. Приклюнулась. Плотвёшка. Клёв немного прикрутился. Надо еще подкинуть. Мощная плотва. Я уж думал, там лещ. Мелкая плотва. Ну что, ребят, сезон я открыл. Свою рыбку я поймал. Ну, попадаются некоторые плотычки довольно-таки зачетные. По местным меркам, конечно же. Вот, но остальных я даже в садок не складывал. Ну, такие вот бы клевали бы все. Ну, было бы хорошо. Ну, в общем... Я надеюсь, что из того, что я отснял, у меня получится сделать для вас какой-нибудь достаточно интересный фильмец, который вы с удовольствием посмотрите и меня поблагодарите. Ну, у меня, собственно говоря, на этом все. Я уже конкретно так подзадубил. Пора ехать домой к Алене Владимировне и Кире Владимировне. Будьте здоровы, любите друг друга, не болейте и увидимся с вами в следующих видео.